Если хотите пройти путем Фрэнсиса Дрейка, нам в старый квартал. А, так это новый? Ну, все относительно. Этому городу не меньше 3000 лет. Ладно, веди. Видите вон там башню на утесе? Там начинается старый город. Нам надо туда. Салам. Так, нам сюда. Теперь прошу вести себя прилично. Да, мэм. Я не шучу. Тут повсюду патрули. Мы не должны привлекать к себе внимание. Слушаюсь. Срежем путь через рынок. Так, похоже, дорогу перекрыли. Пойду поговорю. Вы стойте здесь. Эй. Самахуни. Колечко-то носит. Ну да. Говорит, в этой стране очень помогает. Что это значит? Я откуда знаю? Ну? Ну, плохо дело. Никого не пропускают. Свернем вот здесь. Я знаю обходной путь. Тут заперто. Эсмахели. Мин фадлик эфтехалбеб. Шукран. Спасибо. Хорошо, что ты с нами. Это уж точно. Теперь туда. Опять полиция. Похоже, тут мы тоже не пройдем. Придется искать обходной путь. Эй, тут лестница. Должен быть другой путь. Пошли, за мной. Вы как там? Да, скоро будем. Нам лучше отсюда уйти. Да ладно, мы просто путь срезаем. И все хорошо. Только не сломай ничего. Ага, ну вот. Вот, смотрите. Этим зданием уже при Фрэнсисе Дрейке было 100 лет. Точно. Умница. Эй, Нейт. А? Долбот. Кто? У него блокнот Каттера. Что? В смысле, Чарли Каттера? Нет времени. Салли все объяснит. Эй, погоди-ка. Ждите внизу.
Никак не успокоишься, а? Иди сюда. Еще не конец. Взять его. Привет. Уходить отсюда! Эй, сюда! Может, объясните, в чем дело? Кто эти люди и как в этом оказался замешан Чарли? Он работал вместе с нами. Работал? Он что, погиб? Нет. Он и Хлоя. И Хлоя тоже? Да, но оба выбыли. Чарли сломал ногу. Сломал ногу? Повезло, что не шею. Летел с такой высоты. Он поправится. Выбор был прыгнуть или сгореть. Я его понимаю. Помолчи, а? Ладно, скажи хотя бы, что вы тут ищете? Это. Иди сюда. Салли, посмотри. Вроде никого. Что тут у нас? Мы наткнулись прямо на тайный ход. О, умница, девочка. Так, нужно кое-какое оборудование. Тогда обратись к торговцу коврами. Я про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. А, вот что. Эй, ты там поосторожней. Ладно. Нейт, почему нельзя было сразу сказать на чистоту? Этих людей интересует не история, и вас тоже. А все из-за этой Марлоу, да? Да, но... Вот, посмотри. Я все же нашел его. Как я и говорил, диск привел нас сюда, а потом вот сюда. Вот к этой дыре. Это же... Так интересно. Ну, признай.
Тебе это нравится не меньше, чем мне. Нет. Теперь уже нет. Серьезно? Ха. Ну что ж, тогда ты можешь просто уйти. А, я? Мне уйти? Ха-ха. Смешно. Дробовики? А что такое? Было всего два. Здорово. Ладно, помогите открыть. Давай. Готовы? Темно и мокро. Да, здорово. Чего? Ну, все как всегда. Полезли? Ребята, тайный ход куда? А что там? Скоро узнаем. Это не ответ. А ты чего ожидала? Порядок! Спускайтесь! Просто резервуар для воды. Ты не ошибся? Да нет, вроде бы. И что сэр Фрэнсис здесь забыл, интересно? Он выполнял тайное поручение Елизаветы. Искал древний город Убар. Да, Атлантиду Песков. Здесь? Под этим городом? Нет, нет, это где-то в пустыне Рубель-Хали. Здесь подсказка, где искать. Должна быть. Ага. А знакомо выглядит. Погоди, на обороте карты Дрейка нарисованы те же знаки. Вот, посмотри, это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был здесь. Там сказано, где вход. Думаю, я смогу расшифровать.